Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сейчас мы начинаем прохождение второй части игры Onimusha. Ну и собственно, как вы видите, я зашел в настройки. И давайте смотреть, что у нас тут есть. Субтитры мы, естественно, оставляем включенными. Звук стерео, громкость фона. Так. Хорошо, хайфон будет так. Эффекты. Так, ну и речь, я думаю, хай будет так. Хорошо. Ну, в процессе игры я буду, конечно, менять эти настройки. Но посмотрим. Так, вибрацию, соответственно, мы выключаем, так как у меня геймпада нет. Яркость не выставляется тут. Опция экрана, бла-бла-бла, клавиши. Все настроили. Итак, 3, 2, 1, полетели. In 1560, Lord Nobunaga Oda defeated Yoshimoto Imagawa in Okehazama. Soon after his victory, Nobunaga fell to a fatal arrow which pierced his throat. However, Nobunaga was far from finished. With the help of the demons, he rose from the dead. The demons began their rampage, slaughtering innocent villagers. Then a young warrior, Samanosuke Akechi, stood up and defeated the Demon King. The nightmare, however, did not end. A few years later, his strength restored. Nobunaga was set to conquer the entire country.
New warrior Jubei Yagyu heard about a demon attack on his hometown, Yagyu Village. Fearing the ominous presentiment in his heart, he desperately raced back home. Who did this? Так, ну мы, собственно, и начинаем. Так, ну-ка давайте я все-таки немножко поубавлю громкость. Так, думаю, сойдет. Ну и отправляемся. What happened? Go.
need to get out of here. Hurry there. Hey, who did this? Still. Yasuke! Yasuke! You're the ones who attacked here? For whom are you working? I won't forgive you. Prepare yourself! Иди сюда! Ладненько. Так кто же это нас так хочет, а? Тихо, тихо. Что ж вы все такие шустрые? Отдыхай. Так, карта села. Хорошо. Да ну блин, ну чё ж вы... На секунду не успел же. Вот так тебе. Так, хорошо, давайте пока места оставим. Потом напишите в комментах, нормуль или нет. Ладно, раз ты хочешь, чтобы мы к тебе пришли, мы придем. Травка, спасибо. Оп, оп, оп. Побежали. Знакомая штучка. Так, значит, хорошо. Хорошо. Так. Jubei,
Jubei. What? A demon woman. You're behind this. Jubei, the one responsible for burning down Yagyu village is Nobunaga Oda. What? Kill him, for he is the real demon. A demon? What are you talking about? defeat the demon, Jubei. Your hand has the power to absorb the souls of demons. Use this power to defeat Nobunaga. Five sacred orbs were created to protect humans from the demons. Charity. Faith, honesty, respect, and strength. Gather all the orbs and defeat Nobunaga. You must go to the Dragon Shrine and obtain a hidden power. Then you may begin your quest in the gold mine in Imasho. Who are you? You can do it, my son. Так, у вас есть милосердие. Хорошо, у вас есть инструкции. Собирание душ. Нажмите и удерживайте кнопку 0, чтобы собирать души, освобождающиеся после того, как вы победите демонов. Типы душ. Красная душа улучшает оружие и броню. Синяя душа восстанавливает магию. Желтая душа восстанавливает жизни. Фиолетовая душа превращает вас в анимушу. Улучшение. Чтобы зайти в раздел «Улучшение», посмотрите в волшебное зеркало и выберите «Улучшение». Здесь вы можете использовать красные души, чтобы улучшить оружие и броню. Атака магии. После того, как вы взяли волшебное оружие, нажмите кнопку «Треугольник» для использования заклинания. Помните, что использование заклинания уменьшает вашу магию. Превращение онимуши. Соберите 5 фиолетовых душ, чтобы на короткий промежуток времени превратиться в анимушу. Мощная атака. После того, как вы взяли волшебное оружие, держа кнопку P1, или это R1 так отображается. Ну ладно, проверим. Нажмите типа R1 и нажмите квадрат, чтобы провести мощную атаку. Только после того, как мы взяли волшебное оружие. Хорошо. Попробуем. Так. Приобретенные возможности. Обнаружив книгу по эзотерике или книгу тайн, вы сможете получить новую возможность. Понятно, хорошо. Давайте исследуем все, что у нас тут есть. Очередная травка. А я люблю травки. Ну, в лечебном смысле. Так, ну я так понял, тут нам уже делать нечего. Валим отсюда. Ну что, Нобунага? Мы тебя в первой части не прикончили. Думаю, хотя бы здесь мы с тобой наконец-то разберемся. Блин.
Да ну блин! Гребаные демоны! Тихо! Нет, а вы тут бесконечные. Не, ну это в принципе и хорошо, качаться я люблю. Так, душ нет. Так, я понял, вы тут бесконечные, да? Да, блин, что ты его не добил? Ладно, допустим. Так, нас слегка покоцали, но думаю, ничего страшного. Позже подлечимся. Так, бежим, 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 бежим. Подтвердите себя. Меня просят показать отметку на моей руке. Хорошо. This is my new power. I will get my revenge. You will pay for this, Nobunaga! In 1568, gold was discovered in the Valley of Imashu, which is situated between Mino province of Oda, the North Omi province of Asai, and the Echizen province of Asakura. In no time, adventurers and merchants, motivated by greed, crowded into Imashu, transforming the small village into a prospering mining town. Gold! I found gold! 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 I'm rich! I'm it's rich! Gold. It's gold! I found gold! I'm all of I'm rich! I'm rich! He's dead! What are you doing? Get away! It's mine! Hey, sweet thing. Don't you want to serve me a little sake? So you think you're too good for me, huh? Oh, let go! Let's kill him! We don't have to do this. Who do you think you are? How dare you? What do you think you're doing? I'm gonna kill you! We gotta get out of here! Where are you going? Come back! Ну что же, мы нашли дамочку, у которой находится то, что нам нужно. Так, теперь это самое главное нам ее найти. Сохранялочка! Зеркало магии, вы тут можете сохраниться, да. Так, расширение. Так, мы пока не сможем улучшить... Ага,
Значит, мы теперь можем не только оружие улучшать, но еще и броньку, да? Интересно, она у нас одна или по ходу игры будет еще добавляться, как в первой части? Или она будет меняться в зависимости от улучшения? Ну ладно, это мы все еще проверим. Пока если улучшать я ничего не буду. Накоплю достаточно опыта и потом уже. У вас есть трубка. Да, зачем она мне нужна, пока мне непонятно. Ну да ладно, давайте обследуем все, что тут есть. Статуя бога правосудия. Говорят, что он может следить за каждым шагом человека. Так, ну, можно на тебя трубку надо применить. Вещь. Травка, милосердие, подарок. Так, понятно. Надо привыкать к данному интерфейсу, ну да ладно. Так, ну у нас по времени так себе все. Ну давайте, думаю, поищем нашу бабушку, девушку. Посмотрим, что она нам скажет. Ну по-любому она нам свой медальончик не отдаст. Так что можно даже... и не думать, что она нам легко его отдаст. Ну да ладно. Поживем, увидим. Так, парни. Что-то у вас там купить можно или... или нет? Класс. У нас тут магазинчики теперь даже есть. Яйца, жареная рыба, соль, водка. О, флейта из раковины, может быть, зачем оно мне надо? Книга по истории, растения, чудный цветок, бла-бла-бла. Понятно. Наберем золото. Потом придем. Что у нас здесь? Так. Понятно. Закрыто. Хорошо. Уходим тогда. Запомним, тут есть магазинчик. Что у нас здесь? У вас есть карта города Имашо. Это не город, а деревня. Как я понял, ну ладно. Вещь, подарок, файл, карта. Карта города Имашо. Хорошо, значит мы можем зайти. Угу. Так, значит в двух строениях мы уже были. Так, и в одном только не были. А ну-ка, сейчас глянем, можем ли мы туда зайти. Бежим, 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 бежим. Аккуратненько. Герой идет. Так, а, вот у нас лестница наверх. Хорошо, что у нас здесь? У вас есть вентилятор. И да, переводчики, конечно, с юморком. Это что, котяра? Котяра. Люблю кошек. Очень люблю. Так, это все. Больше нам тут ничего не дадут. А, сюда мы можем выйти. Так, тут ничего интересного мы не наблюдаем. Хорошо. Так, давай, давай. Да, заходишь ты. Хорошо. Так, теперь давайте обследуем центральное здание. Что у нас в нем интересного находится? Так, у
Механизм, хорошо. Хренась. Еще хренась. Ну и как всегда, ничего интересного. Так, оп, что это? У вас есть одежда. Зачем мне одежда? Ладно. Так. У нас есть механизм. Я так понял, если мы его применим, то у нас эта дощечка опустится. Только интересно, кто нас потом наверх поднимет. Хорошо, сейчас узнаем. Проверим быстренько. Давай, опускайся. Так, сейчас проверим, на автомате работает эта штука или нет. No. А не, ты бо. Прикольно. У вас есть лук. О, нет, только не лук. Что, я сюда только ради лука этого и шел? Ну ладно. Ну что ж, вроде деревню мы обошли. Ну, по крайней мере, обошли то, куда нам позволили пойти. И давайте, я думаю, на этом закончим первый выпуск. И уже, ну, самое смачное действие будем уже делать позже. Так, сейчас добежим до сохранки. И там закончим. Ура, добежали. Сохраняемся. Выбираем первый слот, разумеется. И первое место. Нет сохранения, я знаю. Так, стоп, не то. Новые данные. Да. Записалось. Все. Все.